День начинается с подкачки клейки колеса. Сейчас идем с вами на заправку качать колесо. Если оно спустит быстрее, чем за 2-3 часа, я больше не буду кататься, просто ставлю этот велосипед и все. 55 атмосфер. У меня лопата, полная бутылка воды, защита, а Ваня, чтобы без портфеля ехать. Что это такое вообще? Ремни какие-то прицепил, чтобы воду везти, потому что ему портфель лень взять. Да, это я. Нашли новый спот, здесь построили новый дом. Вот парапет есть. Ох, высокий парапет. 3,5 метра. Давай 180 отсюда. Отсюда? Да. Гонять в поезде. Расскажи о своей ситуации, почему ты сегодня не катаешь. Я сегодня не катаюсь, потому что у Миши отключился свет, и я не могу помыться. У меня нет горячей воды, да, ничего не работает. Ничего нет, ни света, ни горячей воды. И в прошлый раз Ваня пошел мыться, я мылся в холодной воде, а Ваня пошел к Мэлу в 12 ночи и наорала мама, и он больше не хочет идти. Да, и поэтому не катаюсь, чтобы не вонять в поезде. Я сегодня уезжаю вечером. А если не потеть, а просто там вот здесь проедешь, или опасно для тебя по парапету? Могу проехать. Просто проехать и сдропнуть сможешь? Только возьми котелок мой, хорошо? Ой, Ваня, что случилось? Давай поувереннее, Ванек, вот тут нельзя так. Берешь скорость, дальше проще ехать. Уверенно, хорошо? Да. Давай. Я пробежусь. Город для собак. О, вон эти с бутылкой. Давай. У меня ограниченное количество трюков, потому что нет тормоза. Я, например, хочу сейчас сделать абубаку на этот угол. Очень стрёмный трюк. Но я мог бы сделать, но у меня нет заднего тормоза. К сожалению. Давай я прищеплю. Хорошо? Другая сторона. Привет. Можно схватить? Привет. Да, конечно. Да, давай. Мы приехали на Еврейку с Ваней. Ваня увидел то место, где Иван Булыга, его тезка, упал через руль жести на премьере. И Ваня сказал, блин, чтобы Ваня больше не падал, я залеплю эту дыру, которую раскопали нам вандалы. Да. Это место очень красивое, здесь тенек. И кто смотрел предыдущее видео, знает, почему мы его покинули, почему здесь очень много стекла и мусора. Пришли общественные борцы, нам сломали трамплин. После этого люди поняли, что здесь кататься будет невозможно, нам все будут ломать, и перестали, закинули это место. С тех пор здесь тусуются, отдыхают только алкаши, вот там вот трое играют в карты, пьют водку, вот там вот никого, наверное, из-за того, что сегодня не выходной. На выходные здесь все забито, много стекла, много драк, бутылок и негатива. А раньше здесь катались дети, мы прогрессировали. Но сейчас мы решили дырку заклеить с вами, пока мы здесь. Жаня человек простой, едет в центр на трейлы, через Еврейку видел яму и закопал.
Вот смотрите, сколько мусора сейчас он тоже оставляют люди вот после себя. Просто засрали весь город. О, за це вам дуже вдячний. Бо бачите, як інші все засмітили. Да. Ні, ну треба за собою, якщо вже все йдуть всі, то хай забирають за собою, правильно? Ну, в пакет або в цей. О, ще бані хоп, ну ваньок нормально. Короче, вот так вот с мусором получается, все выбрасывают мусор, а нас здесь нет, раньше мы убирали. Сказали, что мы вандалы, строим трамплины, и нам все повалили. А за теми, кто мусорит и здесь оставляет после себя очень много бутылок и шприцов, за ними их никто не называет вандалами, и за ними никто не следит. А то, что мы здесь трамплины построили, взяли и поломали нам, потому что мы спортом занимались. Несправедливость в этой стране. Вот видите, Ванька с Одессы приехал, попрыгал, мусор после себя убирает, даже чужой. Еще берет портфель. Ваня попил воды. Ура, пожалуйста, чуть будь ласка, відійти так сюди. Чуть бок, чуть відійти, можете, будь ласка? Ну. Бок, бок, бок. Взади йди. В бок, кажу. В бок відійдіть. Ми знайшли з Ваней птенчика. Куда ты под машину? Ай, тебе там жопу раздавит. Кажется, мне вчера штаня с цим еще Kinder Joy подарила. Дивись, как круто. Мотоцикл робот трансформер. Врум-врум. Врум-врум. Мне лучше шоколад. На, ты мотоцикл. Яку ты хочешь? Цю чи цю? Голодный? Ты ешь сегодня что-то? Не, как раз-то пою. Вкусно. Як нутелла. Все, це ж тмін. Я залатав дырку, і Ваня взяв у мене лопату, щоб розчистити нам для ровно трейли. Тому що ніхто не хоче ровно чистити, а Ваня з Одеси перед поїздом вирішив почистити. Бока, привет! Ты такая хорошенька. Ты такая хорошенька. Ох, блин. Пролетів. Видел, твой друг перехрестился перед прыжком. Значит, боится, да? Да. Пацаны сам тут пробуют трейлы. Чому вони їхали з Давідом? А як я так спав? Скільки нас поїзд досі? 8 годин. Не по-пацанськи. Не по-пацанськи? Так. Обіщаю, і не виконяю. Я за язик не тянув, сказав, я сам буду робити флип 100%. Якщо одну, давай.
Матінки Божі, так чайку близько ніколи. Та вона класна, ніколи її так близько не бачили, тут такі грудинка. Коротше, що будемо робити? Напоїм чи що попробуємо? Чи до ветеринара? Наверно, до ветеринара, я оплачу все. Ні, тож вона не голуб. Ну то що? Вона має черпати воду. Та все, щоб вона поїла, що це водичка. Кусається, ах ти. Вона кусається, вона їсти просить чи пить. Давай я всю її голову, може, зробити. Давай. Вона накликається. Держи просто. Дуже хоро. На безсил просто. На геть якась легка на вес. Може якось попробувати відкрити її дзьоба, я загляну шприця куплю. І шприцем попробувати. О, все. Що вона? Питається? Вона закриває, в неї такий клюв сильний. Це. Як якийсь цей прищок. Просто, ну, давай, плини щось. Давай. Реально сильний? Дивись. Ух, куди ти вносиш її не моно? Вона ж захлібнеться. Вона тут нос, бачиш? Бачу. MyBirds.ru – це русский сайт, единственный, на котором можно узнать все о птицах. Только что нашел на берегу, человек летать не может, ходить не может. Не пише, як полі. Це вона так дихає, походу. Бачиш? Їй важко дихати, значить, бо працює. Я напоїв чайку, і вона почала двигатися. У неї паралізувало, ну, крила от головою. Зашатала перший раз. Да, Вань? Угу. Лапи відказали теж у неї. Вона не двигалась. Мелий позвав Ваню з Одеси, і Ваня два дні вже сидить і смотрить вдома, як я монтую. Ну, в сусідній кімнаті, тому що мене не відвлікати. А Мелий собі є рибалки, да, Ваньок? Сидить сам. Мелий, приїжджай. Да. Оставил Ваню своего друга, пригласил ее ставить. Что, ты думаешь, я ставлю чи что? Я что, на дебила похож? Я сейчас все проберу. Конечно, я для всех делаю прогресс, чтобы... Ох, якого дивись, нападає вже. Ось. Ми тебе тут положимо, так? Да? Дивилися. Вкатуємо виліт новий. Супертехнічний. Саме страшне, що тепер є на пулі. Блін. Блін. О! Дивись. О, мін. Денис, короче, ровно пацанчик, я ему снимал, помните, профайл. Денис фрирайдер, 12-летний. Он вместо того, чтобы пойти на GS3, пошел на трансформеры. Да, протупив жестко. Протупив? Признаешь свою помилку? Да, протупив жестко. Яка заплатив за билет целых 5 гривень, так само, как мне заплатить за 6 гривень. 6 раз в 100 лет, а трансформеры там каждый день. Ну да. Там, що ти міг отримати безкоштовний автограф від Мелоя. Ну, типа, не знаю. Може, так смішно міг нього. Ти не зняв? Зняв. Не зняв. Ух, як класно.
Ванька, Ванька, тики ноги помою, блядь. Что такие? Воу! Вот я почему никому не разрешаю смотреть видео с моей камеры. Взял, удалил мой бэкфлип. Не, ну не все, что случилось, то случилось. Просто не дивись, будь ласка, більш відео з моєї камери. Да? Нанька, я сьогодні цілий день нормально не сняв. Треба свою цю, блін, GoPro, тоді так. Тільки що, тільки не сняв 180 бар на фейки, на сприг, скат. Ну нічого, да, Ваняк? Да. Давай, дякую. Так би ніхто не поснімав. Хто? Ютубер хто? Я? Я твої відосики всі дивлюсь. Хорошо. Чайка хвора, надо до ветеринара знести, нашов. Я бачу, ти голову зарізав, да? Ну. Короче, Ваня опаздывает на поезд, потому что с ним должен был ехать Мелой. А я не могу быстро ехать, потому что у меня чайка, вот, видите? Я везу чайку на ходу. И получается так, что Ваня опаздывает, я не могу с ним быстро ехать. Мне нужно птицу везти, которая просто выпрыгивает из-за того, что я еду. А Таня пошла пешком на маршрутку. Я говорю, возьми птицу. Она говорит, я не возьму, и что, через центр с птицей пойду? То есть ей стыдно. Капец. Не может мне помочь. Вот такая вот любовь. А потом вы говорите, что она меня любит. И важно мнение людей, а не то, что чайка умрет или мне будет удобно. Я возьму чайку. У меня тормоз ехать, мне будет легче. Чувак, я еле дрожу, и не можно. Он где-то, она клюется. Конечно, клюется. Ей важко, и она боится. Из-за цього ми будемо медленно їхати. Просто тормоза йому легко її тримати. Я легко її можу тримати і можу розогнатися. Це пташка, вона боїться, розумієш? З неї не можна, як з речами. Ізвиняй, ти мав з Мелем їхати, бачиш? Мелем просто кинув мене. Ну і все. Кинув. Тебе кинув Мелем, мене Таня. Я їду з птицею, а ти опаздуєш на поїзд. Лісу, вона вже клює мої пальці. Значить, йде на поправку. Можна вас попросити щось? Що? Не хочеш сходити в магазин? Ну, зачем? Купити рибу, одну купити любу. Там, що сьогодні? Свята нет. Чайку затащив, зараз в темноті її кормити, ще сходити. Давай, короче, якщо чуть що, ти мене набираєш, і я там, якщо треба допомогти, щось приїду, чи ще щось. Так, нормально. Хорошо? Ну, якщо не знайдеш з вокзалу, чи ще щось, хорошо. Дякую. Не за що. Вибач, що це, що я тебе не привів. Нормально, бывает. Яка мрія? Показати, я щас в Ровно? А зі мною? Да. Ти гониш, дякую. Чесно. Це твоя мрія? Була. Все, давай. А десь чайка. До 11. Давай, Ваняк, дзвони мені, хорошо? Окей. Я прийду ще. Давай, жду. Извините за плохие съемки, у меня нет света уже четвертый день. Соседский мальчик, за что ему респект, сбегал, пока я снимал защиту, раздевался. Эй, ты что, умерла? Чайка. Чаечка, не умирай. О, еще живая. В общем, это, сбегал, купил рыбу. Да, она реально заболела сильно. Бедненькая. Короче, я просил замороженное, не соленое. Ну, блин, она не может есть. Она берет в клюв рыбу, но есть она не может. Есть только соленое, поэтому я ей только одну дам, чтобы... Мне это не нравится, сам рыбу не ем, не ем мясо. Я не могу пройти мимо птицы. И кататься мне нужно, монтировать. Меня это бесит, моя вот эта добродушность, я не знаю, как это назвать, или глупость. В голове сидит, что я не могу вот так вот оставить птицу, это очень плохо. Сам я рыбу не ем, поэтому для меня это... Ох, блин, как, смотрите. Она хватает в клюв ее, но дальше не ест. Мне и нужно, чтобы она дожила до утра. Интересно, она сможет проглотить? Может, и мелочи кусок взять? Давай обратно.
Тая драпина, Сейка. Что не подавилось? Даже вымой с клюва. Я возьму тебе порежу. Сейчас сам не ем рыбу, это капец, мне нужно это все. Фу, блин. Просуну я сейчас в клюв, попробую. Надеюсь, она мне вдавится. Она поела. И не вдавилась. Все отлично. Есть еще такой вариант, что чайка не заболела, а просто умирает от старости, не знаю, поэтому аппетита нет и так дальше. Но я пробую силой запихнуть, может это зря, еду. Но, блин, и проблема в том, что не только света нет, ну, а в том, что я не могу помыться, потому что у меня бойлер нагревается через электричество, я не могу помыться, представляете, после этой рыбы, после чайки, сам себе на голову проблем нашел. Ну съешь, съешь. Пробуй.